В этой постройке 1986 года здания судебно-медицинской экспертизы ранее проводились только косметические ремонтные работы. Спустя 35 лет было принято решение его основательно обновить. Деньги на реконструкцию выделили из бюджета Московской области, а следит за ходом работ отдел строительного контроля управления строительства Химок. На сегодняшний день уже полностью заменили кровлю, а демонтаж выполнен на 90%. В данный момент ведется утепление фасада, установка оконных проемов, дверных блоков, утилизация и вывоз мусора. В будущем здесь будет полностью заменено инженерное оборудование, электросети, интернет, водоснабжение, канализация, водоснабжение. Несмотря на такой внушительный список, работы планируют закончить за весьма короткий срок. Уже в конце сентября обновленное здание судмедэкспертизы начнет функционировать в штатном режиме.